Да, у нас наконец-то спортивная жизнь началась. Да, мы уже потренировались. Ты уже все поймете? Да, можно. Как тебе первая тренировка за долгое время? А, хорошо. Время? Не, я дома тренировалась. Не, мне сложновато. Мне тоже, но нормально. Бедная игрушечка. А так нельзя. Вот так нельзя это. Потемай, слоненька. Тем. Все понимаю. Хорош. Молодец. Ой, хорошая собака какая. Молодец. А я сама не поняла, как такое произошло. Ты хочешь ее распотрошить, да? Сначала глаз оторвать, потом вот эту этикетку выдрать. По схеме, по стандарту. Аврора, нельзя глаз выдирать. Нельзя. Я сейчас тебе выдеру. Есть, так нельзя. Ищи, где мяч. Неси мячик, неси. Неси, собака, мячик. Где мячик? Ищи. Где мячик? Неси мячик. Неси, смотри. Руслантик у меня есть. Неси мячик. Где мячик? Неси. Неси, 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 неси. Где мяч? Руслантик, вон мячик. Мы сейчас в торговом центре, вообще кстати, вам говорили, мы собрались в кино. Да, мы сейчас едем в кино. Мы купили по интернету билеты. И сейчас мы заехали по дороге в торговый центр. Тут хороший выбор курток для Димки. И сейчас мы попытаемся что-то найти. Вышли мы, блин. Ничего не нашли. Вы не представляете, сколько там курточек, и Диме совсем ничего не нравится. Вот что с ним делать? Напишите в комментариях, что мне сделать с Димой, чтобы он выбрал свою курточку. А мы уже в суши, я сидим. Знаете, я очень соскучилась по суши, и мне очень-очень хочется суши. И поэтому при каждом виде ресторана с суши я захожу. Я сейчас возьму себе 8 суши. Ты съешь их хоть? Вкусно? Да, я сейчас васаби себе добавлю. О, будешь плакать сейчас. Ой, не буду, что-то я буду. Я же говорю, что будет плакать. Нет, не плачу. Я радуюсь. Мы зашли в супермаркет в кинотеатре и взяли себе попкорн. Сейчас еще что посмотрим. Тут очень прикольный, кстати, так прикольно придумали. Тут прям... Все, что нужно для просмотра кино. Дима, водички надо взять. Да? Все, бегом, бегом, летим.
кино в нашу залу, потому что мы опаздываем. Как обычно. Вы дома? Да. Мы так неожиданно пришли домой. В общем, про фильм. Как? Почему мы неожиданно пришли домой? Потому что мы должны были в кинотеатр рассказать, как нам фильм понравился. А, рассказать тогда про фильм. Так вот. Да, мы там были с местами. В общем, фильм мы ходили на La La Land. Тима, как тебе? Офигенно вообще. Мне понравилось. Я обычно такие фильмы не люблю, потому что это там романтик и все такое. Они обычно банальные, все одинаковые истории. А здесь он вообще не банальный. Да, очень прикольно, да. Он такой атмосферный, знаете, он вроде про наше настоящее время. Но в то же время ты смотришь его и думаешь, что это про какие-то старые времена. Свинг времена. Да, очень прикольно. Посмотрите, очень атмосферный фильм. Да, знаете, очень оригинальный, мне очень понравилось. Я думаю, он Оскар возьмет. Хотя я не знаю других фильмов, которые там номинированы, но... Я их тоже не знаю. Я читал список, я ничего не знаю про La La Land. Возьмет. Все, мы сказали. Оскар La La Land. Мы пришли домой, и здесь приятный сюрприз. Потому что сегодня сделали доставку ноутбука. Мы заказывали ноутбук мне, потому что я пользуюсь Катиной, и Катя злится из-за этого. А кого не может не злить то, что пользуется его компьютером? А ты вынужден пользоваться старым компьютером, который больше греет, чем работает. Салюри. Да, у Димы, кстати, плохо вот внизу. Вот компьютер очень сильно греется. Он нагревается. Дим, ты замерял до скольки? 60 градусов. До 60 градусов. Ну просто полноценный обогреватель. Угу. Так вот, приступим к распаковке. Дима, давай. Как тебе, Дим? Офигенный, мне нравится. Дизайн очень крутой. К сожалению, включить я его не могу, потому что он без операционной системы, поэтому это бесполезно. Нужно ставить Windows. А когда ты установишь Windows? Не знаю. Нас, кстати, в комментах спросили про нашу работу. Сейчас мы работаем, вернее, подрабатываем как CMM-райтеры, то есть Social Media Marketing Writer. То есть работа со всеми соцсетями, форумами и так далее. Это тем, чем мы сейчас немножко зарабатываем себе денежку. А еще у нас есть еще одна статья доходов. Это блогерство, YouTube. И мы заработали уже аж $5. Но как вы сами поняли, уже за 4 месяца мы заработали $5. И, естественно, мы не зарабатываем на YouTube. Мы просто развлекаемся и ведем блог, потому что нам просто интересно. Потому что мы хотим запечатлеть все наши моментики. И чтобы все наши знакомые видели нас. Да и вообще, честно говоря, когда нам подкидывают любую работку, мы не отказываемся. Мы беремся за любое дело, лишь бы чего-нибудь там себе накопить. На путешествие, или на новый компьютер, или на телефон. В общем, будем прощаться. Всем пока, всем хорошего дня, радуйте жизни, чтобы у вас все было хорошо, не мерзните. Пока-пока.